Накануне в Международный день художников в поселке Кибурул начала свою работу передвижная выставка «Зураче». Для жителей района было представлено более 20 работ именитых и начинающих художников Калмыкии. Открытие вернисажа в Кибуруле собрало как местных любителей прекрасного, так и почетных гостей. Какие работы больше понравились и кибурульцам, и как долго продлится выставка, расскажем в следующем сюжете. В музее имени Кикеева на первой экспозиции были представлены работы самого Ачира Хулхачевича. Сегодня же здесь можно увидеть работу его внука Хулхачи, названного в честь его отца. Всего на выставке представлены 20 работ Владимира Ашланова, Александра Паваева, Юрия Давыдова, Халги Паваевой и многих других. И кибрульцы отметили, что их край славится творческими людьми, а подрастающее поколение тянется к искусству самых ранних лет. Кибрульский район всегда славился своей культурой. Выход из Кибрульского района, вот это вот Ачир Кикеев, скульптор Тазаев Петр Джиевич, скульптуры которого находятся у нас по территории района. И выставка эта своевременная в каком плане? Мы приступаем на следующий год к реализации проекта, за который вы проголосовали в прошлом году, вернее, в этом году. Это вот парк строительства банка, парка Бумба по мотивам произведения Джанглера, где потребуется работа художников-скульптора. По мнению Виктории Инджиковой, основная цель проекта «Зураче» – популяризация творчества калмыцких мастеров изобразительного искусства. Сегодня для нашей команды радостное событие, потому что передвижную выставочную галерею «Зураче» мы открыли уже во втором районе, Кибрульский район. Она продлится до 15 декабря. И, конечно, это уникальная возможность, я считаю, для жителей района, для сел района, когда они могут воочию посмотреть, ознакомиться с картинами, авторскими и уникальными работами наших мастеров искусства. Сотрудники музея отметили, выставка современна. Она дает и кибурульцам возможность познакомиться с популярными ныне жанрами изобразительного искусства в республике. Также считают и гости выставки депутат Народного хурала Борис Муджиков, начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия Камиль Маркеев. Проект очень интересный, проект нужный, и представлять культуру Калмыкии в разных образах, в разных форматах, особенно здесь, для нас это прежде всего ценность как базовое нематериальное культурное наследие, наравне с нашим эпосом, наравне с нашей культурой, с обычаями, традициями. Это глубокая мысль разных категорий населения, имеется в виду разных возрастов. Здесь и картины молодежи нашей, молодых художников. Здесь картины взрослых, опытных, о которых даже большинство, я думаю, из моих знакомых, просто не знаем, не догадываемся. И этот проект просто раскрывает нам глаза и предоставляет большую возможность. А побывав сегодня в Кибуруле, для кибурульцев, естественно, это тем более здесь картины их земляков, это большое подспорье, это гордость нашей местности. Поэтому я желаю этому проекту удачи, успехов и побольше, чтобы о нем узнали наша молодежь, наш народ. И не только в Калмыкии, но и за пределами. Напомню, ранее передвижная выставка побывала в Молодребетовском районе, и кибурульцы же могут насладиться выставкой до 15 декабря, а затем работа отправится в Черноземельский район. Светлана Аджиева, Данара Бимбинова, Ачир Убушаев. Информационная программа «День республики».